Друзья, всем привет! В эфире канал AliExpress Buyer. И сегодня у нас на распаковочке портативная колонка от фирмы Wavefun мощностью 10 Вт, водонепроницаемая. Поехали открывать. Как видно, коробочка простая, сделанная из обычного картона. Написано наименование Wavefun. В комплекте на дне кабель micro USB самый обычный, кабель AUX самый обычный, карабинчик и мануал на английском языке. В комплекте силикагель даже лежит для устранения влаги. Выбрасываем его. Достаем саму колонку. Колонка по размерам совсем небольшая. Спереди у нас располагается два динамика по 5 Вт. Итого общая мощность этой колонки составляет 10 Вт. Видим логотип производителя Wavefun. Защитная сетка сделана из пластика. Сама колонка тоже выполнена из пластика. Сбоку есть крепление для карабинчика. Давайте сейчас его сюда подцепим. Снизу есть резиновые накладочки против скольжения. Сзади колонки расположен пассивный динамик, который должен нам увеличивать количество баса. Сверху стандартные кнопки управления. Сейчас пробежимся по инструкции вместе. Кнопка включения и переключения режимов. В режимах здесь может быть AUX, Bluetooth или TF-карта. Громкость раздельные кнопки. Это просто отлично, что они не совмещенные. Переключение треков. Индикатор заряда батареи. Вот это вот здорово. Play-пауза, поднять трубку. И еще есть контакт NFC, чтобы сопрягать телефон по Bluetooth было быстрее. Сбоку у нас заглушечка. Под ней для зарядки обычный micro-USB, AUX-вход и для TF-карты. Отверстия. Закрываем, с этого торца ничего нет. Ну что, давайте включать, послушаем, как звучит наш Wavefun. Еще размеры колоночки замерим. Получается, что она 12 сантиметров в длину, 5 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в высоту. Итак, колоночку я подзарядил, давайте включать теперь. Звук включения. Подключена к Bluetooth, Кубоид называется моделька. Ну, удиви меня. Громкость на максимальную. Когда максимум, вот такая задержка происходит. Это сигнал, что больше нету. Итак, что можно сказать по звуку этой колонки? Конечно, это, наверное, одна из самых маленьких колонок, которая у меня была на обзоре. И такой размер просто не позволяет прокачивать там комнату, чтобы дрожали стекла, осыпалась краска с потолка. Но для своего размера очень даже достойный звук, то есть низкие частоты есть. Я очень боялся, что низов не будет, но они здесь есть. Громкость для комнаты, для квартиры вполне приличная. Довольно-таки ощутимо в руке эта колонка вибрирует во время воспроизведение. То есть по звуку это годная штука. Учитывая цену в 1200 рублей, в принципе, неплохой аппарат, я им доволен. Для понимания размеров можно сравнить с моей колоночкой Zealot, которая недавно была на обзоре. Видно, что Wavefun поменьше. Сравним их по высоте, ширине. Кстати, если посмотреть, очень много у них общих элементов и
расположение идеи кнопок и индикация заряда батареи, много общего у этих колоночек. Новый фан по размеру, конечно, меньше будет, чем Zealot. Также можно для сравнения внести в кадр GKR-1000, но это совсем другой размерчик уже получается. Давайте теперь подобьем окончательные итоги по колоночке Wavefun. Маленькая цена 1200 рублей. Современный Bluetooth 4.2, защита от воды. Весит колонка 300 грамм, то есть она легенькая. Емкость аккумулятора производитель не указывает, но в характеристиках заявлено, что играть она будет 8 часов. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайте на канал. Ссылка на эту колонку будет в описании. Бесплатная доставочка с треком. Также не забывайте пользоваться кэшбэком для экономии на своих покупках. Всем пока!